Всего 3 месяца назад крытый BMX-трек спортивной школы Олимпийского резерва по велоспорту выглядел как одна большая стройка. Тогда реконструкция трассы, не знавшей модернизации в течение 15 лет, только начиналась. И вот наступил завершающий этап работы. Осталось, как говорят строители, навести красоту, постелить искусственный газон и завершить работу по оформлению помещения. Теперь здесь будет намного безопаснее для спортсменов и уютнее для зрителей. В процессе реконструкции были учтены все недочеты, которые обнаружились за долгие годы эксплуатации трассы. Мы стремились к тому убрать все наши недостатки старой трассы, травматичности. Мы все учли с тренерским составом, не только с мордовским, с российским. Мы ушли от наших проблемных мест, где наши спортсмены получали травму. Теперь в крытом помещении спортсмены и зрители больше не будут дышать пылью, как часто бывало раньше. Школа закупила и уже начала использовать специальную смесь от запыления. Ей раз в месяц будет обрабатываться трасса. Так делают во многих странах. Но в России эта смесь используется впервые. Но главный упор сделан на безопасность спортсменов. За 15 лет стало понятно, какие виражи и препятствия являются самыми травмоопасными. Их рельеф был изменен во время реконструкции. Мы изменили первые препятствия. Вот видите, за нами здесь была яма небольшая. Здесь очень много травм у нас было по детям. Они не справлялись со своей скоростью, их подкидывало, они здесь падали. Для нас это болезненно было. Для меня, вот как для судей всероссийской категории, самое главное, чтобы это без травм было. Сделали столом, старшие спокойно или прыгают, или проходят на заднем колесе. Дети просто приземляются на 2 колеса, это менее травмоопасно, к чему мы пришли. Второе препятствие при реконструкции трассы перенесли чуть дальше от виража, чтобы спортсмены приземлялись с него на прямую дорожку, а не уходили сразу в вираж. Почти полностью переделали профлинию для взрослых спортсменов и также сделали прямой сход и заход на виражи. И, конечно, обновили покрытие. Прежнее за 15 лет эксплуатации почти полностью стерлось. А сейчас насыпана и утрамбована новая доломитовая крошка. Обновили стартовую горку в соответствии с новыми международными правилами. Мы ее вывели по последним международным правилам. Сейчас она с правильным переломом. Уже лет 5 международные правила поменялись по стартовой горе. От стартового забора, как его назовем, 4 метра идет один угол, и после 4 метров на 20 градусов идет перелом. Это у спортсменов, в зависимости от возраста, третье, четвертое нажатие на педаль, оно идет под другим углом. Возможности опробовать новый трек ждет без преувеличения вся страна. Те из специалистов, кто уже успел его увидеть, говорят, что трасса получилась скоростной, и здесь будет побито немало рекордов. Проверить это утверждение на практике можно будет совсем скоро. С 10 по 12 октября на реконструированном треке пройдут соревнования заключительного этапа Кубка России по BMX. И официально завершится соревновательный сезон. Но открыть трассу для полноценных тренировок планируют еще раньше, уже к 1 октября. Опробовать ее смогут спортсмены и из других регионов. Анастасия Мишкина, Андрей Просвиркин, программа «Наш спорт».